Доброе утро всем. У нас опять, не опять, а у нас на улице очень сильный ветер, просто ураган. Ночью поднялся. Чучи у нас дома, потому что жесть. Шкаф там наверху чуть не улетел, я его кое-как положила. Здесь у меня тоже трэш, потому что, смотрите, помните, я мяту хотела выбросить. Ну вот, теперь буду выбрасывать. Жесть. Вот такие вот у нас ветра. Нету морозов, нету холодов, но, блин, ветра меня они просто бесят. Буду сейчас убирать мяту. На пляжик вышли. Такой ветроган. Страсть. Маска даже к месту приходится, потому что мне же всегда нос мерзнет. А тут замечательно надела, никакой нос тебе не мерзнет. Чарли! Скажи всем привет. Скажи, некогда мне. Я отвлекаюсь. Не могла пройти мимо фруктового магазина. Зашла в фруктовый. Это вот я в чаях купила. Это Таня мне просила чай бестеиновый. Эрл Грей. И вот стевии себе большой пакет взяла. Смотрите, какие огурчики маленькие купила. Кстати, вот я где гуляю в полях, такие огурчики выбрасывают. Много раз вам показывала, как там выбрасывают. И помидоры не нужны, и типа эти огурчики. А вот сегодня, видите, купила. У меня муж такие огурчики обожает. Взяла редиску. Такая классная. Сейчас салат себе забацаю. Две хурмы. Киви вот такие вот желтые, я люблю без лысые, без желтые, зипси, зипси они называются у нас, очень вкусные, они, конечно, дороже, чем обычные, но они просто обалденные. И яблоки мои любимые, смотрите, они даже вот какие-то, как знаете, и очень-очень пахучие, вкусные. Ну и одну себе семеренку взяла, вот там у меня уже работает, а что не это... агрегат, у меня там баклажан забацывается. Я сейчас себе баклажан, забацался уже баклажан. Я его сейчас, знаете, что сделаю? Я уже сделала начинку, начиню. Так, у меня где-то здесь есть бумага. Ну что ты не закрываешься-то? Так, я не могу. Угу, мягонький. И сейчас мы делаем такую начинку. Хочу на пергаментную бумагу положить, потому что буду посыпать сыром. И вот, чтобы не мыть. Хотя шайтан-машину я просто протираю, как говорится. Вот так, положила прям бумажку и все. Сейчас туда начиночку. И все, тут, считай, все готово. Овощи, морковочка, лучок, шпинатик и немного этого сыра творожного. Ну и, естественно, внутренности самого баклажана. Что вы там видите? Мою, наверное, попу. Опа, опа. Ой, я сегодня кое-что в Лидле приобрела из одежды. Сейчас вам буду показывать. Прям ровненько. Ветер, вообще ничего не могла снимать на улице. Вы так делаете? Потому что все улетает. Опс. Ой, не-не-не-не, отмена. Хотя почему отмена? Ничего не отмену, у меня же на овощах стояла. Просто увеличиваем. И время. Вот, пускай работает. Так. Один баклажанчик, потому что это только мне. Мужу я буду делать у меня там картошкой, а салат, надо настругать салат. Картошка ему есть.
И курицу вчера замариновала. И будет ему счастье. Так, салат. В каком же мне салат сделать? В этой. В общем, все летает, все улетает. Это трындец какой-то. Ураган такой, вот, знаете, порывистый ветер. Не такой вот, что прям дул и дул. Так, не бери, вода есть. Ладно, друзья, что я... Так, не трынди, пей воду. Обед готов. Такой салатик. Манго поспела. Поспела манго в саду у дяди Васи. А этот выпрашивает огурцы, друзья. Все, уже наелся. Наелся огурцов. Он в масле, он, видимо, не нравится ему в масле. Ест все равно. В общем, всем приятного аппетита. Надела пижаму уже с длинным рукавом. Слушайте, мне так, мне кажется, сиреневый идет. Что прям круто. В общем, что мы тут купили? Я купила. Сейчас. В Лидле купила вот такое вот. Ну, оно как платье, но оно слишком короткое. Спортивное. Во-первых, оно такое мягкое, с капюшоном. Мягкое-мягкое. Такое классное. Ну, вот на этой флизе, что ли, как она там называется. В общем, супер к телу. Вообще классно. Я померила уже суперски. Это Элька размер. Вот, что-то 12 евро стоило. Это из в Лидле я купила. В общем, супер. Я-то поехала за к мужу вот такую купить тоже. Она Олимпийка или как ее назвать. Он говорит, хочу. У него все такие без застежки есть. Ну, как Судадера, да? А это он говорит, с застежкой хочу. И вот я ему приобрела в Лидле. Тоже привезли. Мне цвет понравился. Такой как-то серо-синий. И вот тоже с карманами. Все. И тоже вот тепленькая такая. Знаете, вот сейчас, чтобы утром надеть. А потом днем снять, потому что тепло. Вот. Тоже что-то... Это на рубль дешевле было. Блин, у нас такой ураган, что просто трындец капец. Ненавижу ветер. Ты что там сел? Ты что, бумагу что ли ждешь? Тебе больше пожрать нечего. Сейчас насыплю. Да есть у него там жрать. Он даже иногда поет. Смотрите, все там мусор. Ой, ревнивец прибежал, ревнивец прибежал. Да, как же так? С чучей разговариваю. В общем, ветраган. Да, еще в Примор зашла. Батарейка садится. Не знаю, как это влияет, но у меня когда ветер, голова болит. Запеканочку сделала. Очень удобно. Очень рада. Вообще прям просто супер. Мне вот этой запеканки маленькой этой хватает на 2 дня. Вот. И делается буквально за 8 дней. Я очень довольна. Я вообще шайтан машины очень довольна. Поэтому у кого нету, советую. Смотрите, она малюсенькая. Ну, короче, вот такие формочки. Чарли, но соседка пришла. Чарли гавкает только тогда, когда соседка приходит с собакой. То есть он даже не на соседку гавкает, а на собаку. Вот, короче, с изюмом. Ну, обычная запеканка творожная. С изюмом. Без сахара, без муки. Ну, манка, естественно. Так, что я говорила-то? От ветра очень голова болит. Не знаю, как это связано, почему это сделано так. Но вчера посмотрела, не вчера, а посмотрела сегодня уже, что завтра ветра уже не будет. Уже ветер уберется. Ой, как вас вынести, чтобы вас видно будет. Ветер уберется и не будет ветра. Так что вот так вот. У меня стирка есть, но стирать я не хочу, потому что все улетит. Даже не улетит, а оно, знаете, как вот так заворачивается на веревке и не сохнет. Иди поцелуемся.
Иди поцелуемся, иди. Да, да. Все, поцеловались? Ну все, молодец. В общем, ну все. Уйди ты твою дивизию. Все. Я ходила в Примарк. Я сейчас, знаете, косметика почти... Да блин. Ну зачем это тебе надо? Все, невкусно. Пользуюсь какой? Ну там крема увлажняющие. Вообще вот эта часть очень сохнет сильно. Не знаю, какой-нибудь спрей что ли купить. Вот от маски, когда на работе долго там, получается, бываю, и сохнет эта часть. В общем, крашу только глаза. Ну, ту часть, которую видно, в принципе. И вот тут вот замазываю под глазами. Маски все равно туда не достает. И под глазами у меня от Sephora была. Как уже он называется? Ну, как бы не назывался, вот тут под глазами замазываю. И вот он у меня закончился. Я сегодня пошла в это, в магазин, в Primor. И купила себе вот такой от L'Oréal. Мне понравился. Это корректор, или как он называется? Сейчас тут где-то было, есть. Ну, корректор, да. Корректор. И он там прям даже, знаете, представляете, было написано, что не вытирается маской. Во, до чего дожили. Что можно с маской носить. Потому что если я наношу сюда тон или еще что-то, все это остается, естественно, во-первых, никто не видит, во-вторых, все это остается на маске. Я, кстати, вот уже попробовала немножко совсем вот под глазами. Ну, бывает, знаете, какие-нибудь синячки или еще что-то. Мне понравился. Прикольная вот такая вот штука. Написано, что это Господи, водный. Не водный, а как это? Противводный, в общем. Мне понравился. Будем замазывать. И все. Ну, и еще бальзам для губ купила. Потому что сейчас помадами не пользуемся, а пользуемся гигиеническими помадами. Ты такой сладкий, ты такая моя радость, ты такая моя любовь. Сейчас гулять с тобой пойдем, да. Там же подружка позвонила, говорит, что, Оксан, сегодня пойдем? Я говорю, да, пойдем, конечно. Да, пойдем, наверное, на море и посмотрим, есть ли там шторм. Да, Чарли, ты пойдешь с нами? Ты пойдешь гулять с нами? Да. И будешь там смотреть на шторм. Вот он, когда вот так смотрит, смотрит, потом он не понимает, что я говорю, и лезет целоваться. Еще он любит, когда вот так его чешет вот тут. Но мне кажется, это все собаки любят. Почесалки. Ой, моя радость. Так что вот такие вот так вот я ему рассказала. Ну, вроде ничего. Симпатично. Замечательная пора для прогулок. Что ты там нюхаешь? Пойдем. Никого на улице. Я даже, знаете, у меня закралась такая мысль. Может, нельзя ходить на улицу-то в это время? Может, у нас это опять, как говорится, закрыли? Я тут иду такая деловая. Но нет, я сегодня перерыла. Ну, как в Фейсбуке много раз. Я и наша мэрша, и полиция, я тоже на них подписана. Что у нас ничего такого нет, только кроме вот, что ночью нельзя шататься. Вот. Так что иду я сейчас. Просто в это время все испанцы спят. У них сиеста. Время 4, 5 час. Мне сейчас нужно в банк зайти. Денежку положить, потому что сейчас нужно и социальное страхование заплатить за аренду. Парикмахерская, в общем, платить. Надо денежку положить. Вышла пораньше. И вот все люди спят. Отдыхают. У них сиеста. Я люблю это время гулять. А когда мы уже... Да, Чарли, задолбал ты уже нюхать все углы. Сейчас, когда выйдем в поле, нюхай там, хоть обнюхайся. Нет, ему сейчас надо. Еще и какать сел. Ну вот, то здесь уже полюднее. В общем, когда мы возвращаемся, зато это уже будет часов 6-7, уже вот будут оживленные улицы. И все выйдут гулять. И смотрите, такое ощущение, что ветра нет, да? Но это на самом деле не так.
потому что он такой порывистый, то нет-нет, а потом как вжух, и тебя уносит. И уносит меня свинящую снежную даль. Эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Ветер стих, море немного успокаивается. Смотрите, какая красота. Что-то так лежало, лежало и долежалось. Сейчас киви, наверное, съем. И чаек надо заварить. С медом, с лимончиком. Все как полагается. Так, где он тут? Киви-то. Вкусняцкий. А с вами буду прощаться, друзья. Всего вам самого наилучшего и всем пока-пока.